Итоги прошлого года подвели на встрече областного совета ветеранов. Наметили также планы на будущее, не забыв отметить грамотами тех, кто внес наибольший вклад в развитие организации в 2021. Мероприятие прошло в очень теплой атмосфере. Для собравшихся выступали творческие ветеранские коллективы. Звучала музыка, песни, поздравления и пожелания. Ушедший год был по-настоящему насыщенный для регионального совета. Прошло немало спортивных и культурных мероприятий. Их количество планируют увеличить в текущем году. Однако главное достижение 2021-го озвучил непосредственно председатель Совета ветеранов области. Самое интересное, что в этом году мы достигли, нам дали прекрасное здание. Бывшие управление культурой, и здесь находится много организаций наших ветеранов, шахматный клуб и так далее. Свободное время наши ветераны должны провести вместе с своими сверстниками, а также главная цель нашего — это объединить людей, участвовать в других мероприятиях.